Хабаровский центр патриотического воспитания не прекращает работу в условиях самоизоляции. Парад Победы с участием юнармейцев, бессмертный полк и акция «Вальс Победы» обязательно состоятся, но в другой день. Все подробности далее. 110 юнармейцев, которые готовились к участию в Параде Победы, сейчас продолжают подготовку дистанционно, через интернет. Многие задают вопрос, что парада не будет. Конечно же, парад будет. Он будет отодвинут. И наши юноармейцы, те, которые прошли отбор, все 110 человек сегодня проходят подготовку, но подготовку онлайн. Также в интернете продолжается подготовка к акции «Победный вальс» и другим мероприятиям к 75-летию Победы. Сегодня остается буквально 3 недели до празднования 9 мая. Очень много вопросов. А как же мы без парада? Знаете, а парад у нас в душе будет. Вот этот вот праздник, он у каждого из нас состоится. Тоже в этом уверены Сергей Щербаков, Сергей Михайловский. Смотри Хабаровск. Кроме тех акций, о которых мы рассказали в этом сюжете, в интернете продолжаются мероприятия «Полководцы Победы», посвященные биографиям командующих Великой Отечественной войны и «Судьба солдата», в рамках которого хабаровчане делятся воспоминаниями о своих родственниках, участниках войны.